Наибольшая установленная на настоящий момент концентрация отравляющего нервно-паралитического вещества, называемого «Новичок», имелась на входной двери дома Сергея Скрипаля. Россия, которая отрицает любое возможное вмешательство в это преступление, получила новую отповедь от главы британского внешнеполитического ведомства. Вначале они нам сказали, что это вещество «Новичок» никогда не существовало. Потом они нам сказали, что оно существовало, но все его запасы были уничтожены. А потом они сказали, что покушение на убийство Сергея и Юлии Скрипалей – это месть за попытку отравления Ивана Грозного, которую предприняла Британия, что мы сделали это, чтобы испортить чемпионат мира по футболу. В общей сложности наше министерство насчитало 24 различных версий их абсурдного вранья. В расследовании покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии принимают участие 250 следователей. Уже опрошено свыше 500 свидетелей, которые могут пролить свет на то, что произошло в Солсбери.